И всем привет, ребята! С вами я, Your Name. И сегодня мы как бы по-тихому вот уезжаем. Вот сейчас уже, ну, 2 часа. Как бы. И вот я хочу Боре сделать сюрприз. Вот, на сейчас мы поедем в один магазинчик. Я хочу ему кое-что купить, сами поймете уже чем. Ну все, Санта-Клаус, ты допрыгался. Посмотрим, что ты в этом году мне принес. Если не вискас, то все тебе кран, ты понял? Ладно, давайте уже ближе к делу и поедем. Мурзик, садись! Не ссы, сейчас прокачу, давай, давай, поехали, ехо! Так, да. Так, мы приехали. Так. Здравствуйте, мне подскажете, мы тут хотим ПК купить. Нормальный, мощный, вообще прям вах. О! А сколько айфона? Ух ты, ребята! Это же iPhone 10. Точнее, iPhone X, как его еще называют. И вейпе. О, Game 3D, где? А это что? No signal. No signal. Ой, извиняюсь. Короче. Да, да, конечно. Вот, выбирайте. Вон ту модель, где вот большие, вот такие маленькие, там есть мощные, пока можете посмотреть. Так, надо посмотреть. Наверное, вот эти 3 возьму, и вот эти 2 еще возьму, как раз нормально будет. Но эти, а сколько эти стоят? Около 2 миллионов. Нормально. А вот эти вот, вот этот раз большой, вот этот толстый, вот этот 2, 3, вот эти 4, 5. Вот эти 5 ПК сколько стоит, извините? Ну, так, сейчас. Ну, около, если вы хотите их все купить, у вас получится около где-то 120 тысяч. Если хотите еще более с айфон брать. Ну, я бы вообще хотел еще экранчик вот так столько. Так, ну, примерно, давайте 4 экрана возьму. Вот таких вот. Можно? Да-да, конечно. Можете пройти в другой отдел, где ма. Можете еще посмотреть пока. Да, вот это мощь, ребята. Вау. И, конечно, не знаю. Блин, вообще мощь. Хорошо. Так, там майнинг. Стоп, там майнинг? Натуре. Вау, майнинг. Извините, пожалуйста, а сколько майнинг стоит? Около 5 миллионов. Самые мощные около 10. Нифига, вот это говно стоит 10 лямов. Пиздец. Ну ладно, ребят, пошлите. Можете отложить вот этот ПК. Вот этот жирный. Вот этот ПК. И вот эти еще 3. Вот эти. Хорошо. Ах да, ребята, чуть не забыл. В конце вас ждет сюрприз. Так что ожидайте. А на сейчас мы поедем по-тихому домой, должен зайти. Чтоб взять денежки и это оплатить, вот это все. Потому что мне реально вот надо. Ой, забыл. Пип-пип. Так, ребята. Здравствуйте, а Боря проснулся? Я еще не проснулся. Только тихо говорите. Он долго спит. Хорошо. Так, надо. А, вот деньги. Все, побежали. Ладно. Они еще говорят, не открылись там. Я им сейчас позвоню.
Так что можно съездить еще куда-нибудь, прокатиться, покататься по городу. Потому что еще рано. Давайте просто покатаемся по городу. Какой прекрасный город Германия. Вообще просто Несс. Мне нравится город. Пока что такой. Вот надо, блин, Борис сделать сюрприз. Так хотел он iPhone 10. Ладно, купим ему iPhone 10. Еще там телек надо купить побольше. Ну, их будут, блин, я ошибся. 5 экранов, блин, нужно. Ладненько. А, это что за база? Да, давай. Извините, то, что не показываю салон, потому что там мы сделали в сборе небольшой тюнинг. Вот и все. Да, ничего. Так, мы проходим. Это что тут? Ну, фиг знает. А если подняться наверх? Тоже все закрыто получается. А не, крыша открыта. А тут не больно. Походу какая-то военная база. Здравствуйте, вы что-то хотели? Да? А что это за место? Извините, пожалуйста. Я как бы экскурсовод под этому месту. Давайте пройдемся. Давайте. Короче, это военная база. Здесь тренируются вот солдаты, как вы видите, тут разные фишечки, вот то, чтобы пострелять. О, надо выложить в Инстаграм. Сейчас, подожди, можно фоткать? Да, конечно. Так, чик-тик. Еще тут, как бы, если вы видите, тут половина дверей закрыты. Вот вы можете пройти, вот открыл вам. Тут все пустое, потому что еще... Как бы... Еще не все обустроили, это только ее построили, оказывается. Ну, понятно. Вот еще тут можно увидеть место, это гаражик, можно идти его открыть полностью. Вот все открывается, как вы видите. Никого еще нет, просто мы проводим тут экскурсии. Прикольно. Ну, если... Ребят, если вы не видите моего экскурсовода, просто у меня в телефоне, вот и все. А это что? Это он... Просто вот видите, у меня камера почему включена, вот я ему все показываю, он мне рассказывает. Это у нас, короче, коридорчики такие небольшие, и их только разводят. Будьте осторожны тут, лучше. Вот. Ну ладно, я пойду уж. Да-да, идите. До свидания. Так, ладненько. Сколько уже времени? Ой, уже 3 часа, ладно. Пойду уж разбираться в этом ПК. Я более все-таки надо же сделать подарок. Поехались. Вот так вот. Ладно, заходим. Так, ребята, вот мы и пришли. Вот для вас их фото уже пока отложены, можете их уже забирать. Доставку подпишите, может. Да, вот, спасибо. Если вы зайдете на наш каталог, там есть супер пока. Сейчас, подождите, зайду. Так. Вот этот супер игровой ПК, да, вот он. Мы, правда, есть там модельки такие, ну, чтобы... Ну, для детишек таких. А сколько кубик Geometry Dash стоит? Ну, смотря вот этот, если покупать, тогда он около косаря стоит. Ну, 1000 рублей, короче. Хорошо, спасибо. Ну, а, извините, вы подписали, сколько мы экранов берем? Нет, еще скоро буду. Тогда можно 5 экранов, и чтобы доставка была? Хорошо. Все сделаем. Спасибо. Так. Что-то валялось. Нифига знает, что понял. А. Блин. iPhone 10 мы завтра доставим. Хорошо. Спасибо.
А, блин, кое-что забыл, точно. А, да, кое-что забыл. Я вот тут увозил кресла, они игровые. Да-да-да, все игровое. Можно их тоже взять? Угу. Фу, какой прикольный ксеноморф. Надо заценить их. Пиптик. Выставили в Инстаграм. Ладно. А когда доставят? А, завтра. Хорошо. Буду ждать. Спасибо. Ладно, ребят, поеду я уже домой. Если что, вот завтра все установлю. Ребята, увидимся завтра утром. Итак, ребята, мы тут закончили. Вот телек я купил. Все доставили в хорошем виде. Сейчас пошлите посмотрим. Как выглядит моя комната. Рбиби. Вот. Вот это моя комната. Как бы играл. Вот и игровой ПК. Вот я могу просто вот посмотреть видосики, например. А, давайте на... Ой. Давайте... Да, короче, блин, лучше... Я свою четверку возьму. Так, вот. Сойдем мы на ютубчик. Давайте напишем просто басы. Например, вот эти, да? Вот, видите? Урзик, зацени музон! Эй! Вот это да! Круто! Слушай, она торкает, как котлета! Нет, как сосиска торкает. А, обалдеть! Как видите, я могу. То же самое и тут сделать. You're listening to Extreme Bass Booster. Давайте его просто вот сейчас next. Давайте вот так его оставим. И сейчас мы пойдем бой так. Тупости, теперь думаю, как достать. Василь, ты где, Вась? Ах ты, пах ты, я знаю, где ты, сейчас от тебя. Ха! Василь, давай поднимайся, там привезли хлебушек горячий, пойдем. Как я выгляжу? Как всегда, хреново. Ладно, пойдем быстрее, давай. Ха. Так, пошлите к Боре. Здорово! Братан, спасибо! Ты рад? Да, да, я очень рад, спасибо за десятку, которую очень-очень мечтал. Правда, очень мечтал. И... Ох, у нас тут так много проиграет. А фиг знает. Наверное, Барсик кого-то кушал. Боря, это Барсик кушал? Да-да, кстати, ребята, не забудьте, то, что у нас выходит... Есть новое шоу, которое называется «Кот Мурзик». Это у Барсика есть брат-близнец.
точнее, во, они родились близнецами. Ну их только назвали одни. Мы одного назвали Барсик, а другого Музик. У нас уходит шоу Музика. Так что, полайкайте наши старания. А сейчас я очень буду радоваться своей... Десяточки. Вот так, Боря, подвинься. Извини, конечно. Так, у Бори тут стоит у нас два мощных, точнее, три даже мощных ПК. Сейчас мы закроем дверку. Как видите, iPhone 10. И тут еще экранчик, чтобы поиграть CS. Вы спросите, зачем ему три ПК? Конечно, мы же будем докупать, плюс экранчик тут будет. И для этого уже один ПК занят. Точнее, два уже ПК занятся, оказывается... В этом телеке говнян, точнее в этом экранчике говнян, надо два ПК подключать. Ну, конечно, можно один, но вот это сказали, то, что вот к этому ПК можно один подключать. Так что мы еще будем докупать экранчик. А сейчас у нас для вас, Бори, сюрпризик. Пошлите вниз. Боря, пошли. Боря, пошли. Давай, да блин, Боря. Пошли, красавчик. Так, твою дверку закрой-то. Все, пошли. Боря у нас быстрее всех побежал, ребята. Так что, как видите, нам доставили супер-пупер мощный ПК. Вот сейчас мы можем его включить. Он подсоединен к этому телеку. Как видите, все, он вот работает. Давайте даже на новом клипе вам покажу. Ой, улетел. Как видите, все вот он работает. Супер-пупер охлаждение. Короче, в нем стоят, как видите, вот эти блоки, которые сейчас так моргают красным. Мы сделали под видом геометрии Dash, типа. Вот как бы вот эти препятствия, вот этот все. Кубики, это все вот типа карта. Так вот, с переходами. Конечно же. В этих кубиках стоят видеокарты, они под охлаждением, там GTX уже 331, это сейчас самая мощная видеокарта, но не как у нас вот, но это уже не как у нас GTX 1080 Ti, но тут уже GTX 1331 Ti стоит. Вот, мы заказали уже такой, вот. Вот он мощный, вот такой он уж аж большой. Мы еще, может, будем заказывать такой большой ПК. А, да, кстати, тут еще Путин. Давайте салфанемся с Путиным. Во, идеально вообще. Задолбись. С Путиным салфанулись в Инстаграм, в режим. Бай-бай. Ну, ребята, на сегодня это все. Давайте я его выключу, чтобы он не работал. А то он бесшумный, конечно, но я его не хочу сейчас включать. Как вы видите, по отсветочке все, как не люблю. Вот это фиолетиковое ультра такое. А на сегодня это все. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Остался один подписчик, ребята, до 50. А сейчас бай-бай. Вах-вах будет. Пока. Боря, скажи пока. Пока. Всем привет. Еще раз скажу вам видосик, ребята. Надеюсь, то, что вы подписались. И у нас один подписчик остался. Ну, на сегодня у нас все. А сейчас... Music Play! Fucking ball.
Suck my balls.